Развод дежурных нарядов рязанского гарнизона полиции – привычный, в общем-то, ритуал, который происходит ежедневно. Сегодня для рязанских полицейских стал особенным. Подразделения получили 6 новых автомобилей, и непростых. Каждой машине присвоено имя погибшего сотрудника правоохранительных органов. Все они служили в различных подразделениях полиции. СОБРе, ОМОНе, были участковыми и уполномоченными. Некоторые из них погибли во время служебных командировок на Северном Кавказе, другие в Рязани при задержании преступников. За мужество, честь и доблесть они удостоены государственных наград Ордена Красной Звезды и Ордена Мужества. Фамилии погибших полицейских нанесены на передние двери машин. Лифт подбирали специально, чтобы он был хорошо виден издалека и хорошо читался. Слово сказать, экипажи, которые добирались до места развода по оживленным городским магистралям, отмечают, рязанцы обращают внимание на необычные автомобили. Руководство регионального ОВД подчеркивает, что автомобили закреплены за лучшими сотрудниками. Многие из них знали погибших товарищей лично. И сегодня они с честью будут продолжать службу на именных спецавтомобилях.